Свет софитов заменяет им солнце, сцена – землю. Ежедневно они надевают разные маски и выходят к зрителям. Однако только не сегодня. Только не в юбилейный вечер, посвященный 80-летию со дня основания Гомельского областного драматического театра. Открытие Гомельского русского драматического театра состоялось 20 декабря 1939 года в деревянном цирке по улице Комсомольской. Премьерный спектакль «Ревизор» по пьесе Гоголя публика встретила с восторгом. Вот это современное здание театр приобрел в 1954 году. С круглой датой со дня основания коллектив театра поздравил руководство области и города, а также многочисленные уважаемые гости, поклонники искусства, которые уже 80 лет подряд создают на гомельской сцене. Слова благодарности за службу театральному искусству чередовались с вручением почетных грамот. Заслуженные награды получили актеры, режиссеры, декораторы, а также другие работники театра, которых на сцене и не увидишь за исключением вот таких праздничных поводов. Завершился вечер традиционным капустником. Кстати, это торжество проходило в самый разгар славянских театральных встреч. В этом году участие в 14-м международном фестивале приняли артисты 9 театров из Мозыря, Минска, Брянска, Чернигова, Таганрога, Тбилиси и, конечно, Гомеля. Всего на сценах областного центра за 5 дней зритель увидел 10 спектаклей. Закрыли фестиваль постановкой, которую сыграли артисты 2 театров – Черниговского музыкально-драматического имени Шевченко и Гомельского областного драматического. На неделе в областном центре прошли отборочные туры крупнейших конкурсов эстрадных исполнителей. Более 30 вокалистов со всего региона испытали удачу попасть на Славянский базар в Витебске. Отбор на международный фестиваль проходил по 2 номинациям – конкурс исполнителей эстрадной песни и детский музыкальный конкурс. В итоге жюри выбрало 3 взрослых и 5 юных вокалистов, которые вскоре представят Гомельскую область на республиканском отборе. Картина галереи имени Ващенко на неделе презентовали сразу 3 новых выставки. В великий христианский праздник введения во храм Пресвятой Богородицы здесь открыли экспозицию под названием «Заступница усердная», в которой представили уникальные иконы из фондов Гомельской епархии. В рамках выставочного проекта впервые широкому кругу зрителей представили икону Божией Матери, грузинская, одну из дореволюционных святынь Гомеля. Считалось, что полковая святыня Гомельского абхазского полка была утрачена, но в результате целенаправленных поисков в марте 2019 года икона вернулась в Гомель. На выставке представлены и другие уникальные иконы, а особое место в экспозиции заняли работы народной иконописи. От праздников церковных к светским вторая свежая выставка в галерее посвящена приятным хлопотам по украшению дома к новогодним праздникам. В частности, здесь представили огромную коллекцию елочных игрушек и поздравительных открыток 1940-80-х годов. Все экспонаты принадлежат частному коллекционеру из Бобруйска Галине Жук. Игрушки из первой половины 20 века – ватные, посыпанные мелким стеклом, и картонные, покрытые фольгой. Те, что создавались позже, легко угадываются по формам. Многие посвящены значимым датам и событиям. Самое ценное из коллекции по сказкам Чуковского и Джани Радари. Их полное собрание сейчас оценивается в 20 тысяч долларов. Почувствовать Рождество волшебные мгновения приглашает 3-я выставка галереи. Здесь представили антикварные предметы из коллекции Сергея Путилина. Мебель, самовары разных форм, размеров и производителей, прочие предметы для чаепития, патефоны, часы, изделия из фарфора и стекла. Всего более 100 экспонатов. В выставочном зале воссоздали 4 полноценные гостиные, 2 русские и 2 европейские. Увидеть выставку Рождества волшебные мгновения можно вплоть до старого Нового года. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухоронок и Сергей Лукашук. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели».